Вітаю, в студії працює Ольга Шевченко, і це «Коментарі» – програма, в якій отримуємо відповіді на запитання, що хвилюють усіх. І сьогодні до розмови запросили заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгенія Шахненка. Рада вітати вас, Євгенію Дем'яновичу. Будемо говорити сьогодні про дороги, про підготовку до зими і оновлення інфраструктури на Харківщині. Але от почну з доріг. Завжди, здається, останніми там десятиліття завжди залишається актуальним це питання. І, здається, цього літа, цього сезону не було так багато інформаційних приводів для того, аби про це говорити. Тобто було так багато їх, як ніколи не було. Стан, сезон сприятливий для проведення дорожніх робіт, здається, добігає вже кінця, і чи все йде за планом, чи всі виділені субвенції будуть використані цього сезону? Ну, я думаю, что все харьковчане и жители Харьковской области видят, что у нас в Харьковской области очень активно в этом году и в прошлом году идет капитальный ремонт, текущий ремонт дорог и государственного значения, и местного значения. Если дороги практически 20-25 лет практически вообще не делались, такие направления, как в сторону Изюма, в сторону Купинска, в сторону Богодухова и в сторону города Сумы, то беспрецедентно, благодаря в первую очередь, конечно, усилиям и президента нашей страны, и главы Харьковской областной администрации Юлии Светличной, Харьковская область получила капитальных вложений в дорожный фонд в 3 раза больше, чем в прошлом году. А в прошлом году мы получили тоже в 3 раза больше, чем в 2016 году. И это как результат, мы имеем идеальную сейчас дорогу, которая срок гарантии 10 лет. Это Харьков, Чугуев, Купинск. Полностью до города Купинска мы сейчас заканчиваем последний участок. И на следующей неделе эта дорога будет полностью закончена до города Купинска. Такая же ситуация и до Изюма, и до границы с Донецкой областью. Все видят и все знают, и изюмчане, и жители Донецкой области благодарят нас за эту дорогу, что она сделана на сегодняшний день, сделана качественно, с хорошей разметкой, с хорошими обочинами. Она тоже еще есть некоторые моменты, которые мы сейчас заканчиваем и делаем. Мы точно так же гордимся тем, что сегодня мы закончили практически дорогу на Харьков через очень густонаселенные поселки Солоницевка и Ольшаны, на Богодухов отремонтировали мост, который значит, в Богодуховском районе, и практически до границы с Сумской областью у нас тоже на сегодняшний день идеальная дорога. Эти 3 направления мы закрыли, мы их планировали, максимально сосредоточили усилия на очень тяжелые пока еще на сегодняшний день дороги Харькова-Мирефа, Лозовая-Павлоград, значит, которые связывают практически 5 районов Харьковской области и Днепропетровскую область. Значит, у нас самые тяжелые участки в районе Тарановки, в районе подъезда к городу Первомайску. По самому городу Первомайску мы сейчас начинаем делать, и в сентябре, и в октябре еще будем работать, пока нам позволит сезон. И эту дорогу мы сделаем максимально проездной, а в следующем году это задача и приоритет Юлии Александровны Светличной, губернатора нашей области, который четко сказал, эту дорогу мы в следующем году должны полностью сделать с гарантией. И вот эти 4 направления основные. Кроме этого, мы очень активно работаем по местным дорогам. На каждый район впервые в этом году была выделена субвенция государства. Примерно где-то около в районе 20-25 миллионов на каждый район. У нас на местные дороги впервые пошло финансирование в этом году. Такого не было никогда, потому что эти дороги принадлежали государству. Сейчас мы приняли их на баланс области. Да, на баланс области. И, естественно, получили субвенцию государства. Впервые тоже благодаря децентрализации и благодаря усилиям нашего президента мы впервые получили эти деньги на дороги местного значения. И в каждом районе самые тяжелые участки мы сделали. Кроме этого, мы работаем по коммунальным дорогам. На сегодняшний день тоже можем сказать, что порядка в 2-2,5 раза больше средств из местных бюджетов направлено на ремонт дорог. В первую очередь, благодаря рентным платежам, которые мы сегодня получаем от наших добытчиков газа, нефти и других ископаемых, это очень большая подмога и для районных бюджетов, для областного бюджета и для сельских и бюджетов объединенных громад, которых у нас есть. Поэтому нельзя не заметить
тех положительных сдвигов в области, которые сегодня проходят по дорожному комплексу. Ситуация с мостами. Також и мосты. Вы говорите, что много у нас и дорог не ремонтувалися. Але, здається, мости ще довше не ремонтувалися и викликають там певне хвилювання у дорожників, у автомобілістів, у місцевого населення, деінде. Якою є ситуація? От потрапляла така інформація на очі, скажімо, для прикладу, у Змійові через річку Мжа. Чомусь там вкотре не відбулися торги, здається, і ремонт начебто відкладено. Ну, зовні він так, я не фахівець, але виглядає міст доволі там міцним ще, але, певно, фахівцям відомо більше. В цілому, це от така для прикладу ситуація, в цілому по області, значить, що відбувається? В цілому по області. Кожний мост, який навіть принадлежить, ну, є государственної собственності мости, которые, є комунальні мости, всі мости, які у нас полностью в областной администрации, они все на учете. Мы по каждому мосту имеем полностью мониторинг его технического состояния. И только в этом году мы отремонтировали 5 мостов. То есть только в этом году. Это мост в районе Коробочкина по трассе Чугуев-Купинск. Это, значит, два моста по дороге от Богодухова до Ахтырки. Это в Купивахе и в Губарівке мосты. Это мост, на который выделены средства, о которых вы сейчас сказали, через реку Мжа, который тоже связывает такую региональную серьезную дорогу. Значит, он сегодня, скажем так, нуждается в ремонте, но он еще не в аварийном состоянии. Но мы туда специально выделили средства. Значит, эти средства уже находятся на протяжении 3 месяцев в Змеевском городском совете. И, к сожалению, тендерный комитет и руководство города Змеева недостаточно приложило усилий для качественного проведения процедуры прозора. Какие там могут возникать трудности? Какие проблемы? Проблемы могут возникать следующие. Ну, во-первых, задача одна. Пригласить чем больше квалифицированных, очень серьезных компаний, которые должны разыграть с собой тендер. Но если пригласили всего лишь одну компанию, не состоялся тендер, ну, значит, органы местного самоуправления здесь не дорабатывают и просто не хотят использовать эти деньги. Поэтому мы волевым решением убедили депутатов о том, чтобы Змеевской районный совет забрал эти средства у Змеевского городского совета, и уже они уже эти все сессии проведены, и уже, если не ошибаюсь, сам аукцион должен состояться на следующей неделе. Мы обязательно используем эти средства и будем ремонтировать это для нас очень важный стратегический мост. Точно... Это означает, что это будет сделано уже этого года? Безусловно, там есть своя технология работ. И те средства, которые у нас сейчас на сегодняшний день есть, это порядка 80% потребностей для ремонта. Мы сделаем львиную долю и основные работы еще в этом году. Мы успеем, я думаю, что еще время есть для того, чтобы выполнить эти работы. Так багато планів, і от щодо дороги ви вже озвучили там Лозова, що наступного року вона буде доведена там до ладу досконалою. Голова Харківщини Юлія Олександрівна Світлична говорила, що темпи не будуть збавлені і на 19-й рік, але бюджет, здається, ще державний не прийнято. І чи вже відомо, що фінансування буде таким самим от, ну, масштабним, думаю, як і цього року? Харківчани, які інтересуються цим питанням, смотрять при підготовці бюджету государства, то для сравнення у нас в 2 рази виросли бюджетні призначення на дорожний комплекс Харьковской области в прошлом году и в целом по стране. И сейчас, вы знаете, идет подготовка формирования бюджета на 2019 год. И в три раза уже цифры, можете, да, можем, значит, ориентировочно кабинет министров сегодня предлагает еще увеличение там практически аж до 50 миллиардов на всю страну. Это очень серьезные цифры. Будут ли они приняты, я не знаю. Это компетенция Верховной Рады. Но планы очень серьезные. И у нас на Украине, значит, вы все заметили сегодня, что есть положительная динамика по ремонту дорог. Создан государственный дорожный фонд. У нас в области создан областной дорожный фонд. Мы туда собираем средства со всех источников, в том числе. Сборы від митниці. Це така новація, з'явилася не так давно. Як, от, наскільки эффективными выявилась такая формула, что эти гроши также находятся на дороге? Мы благодарны, безусловно, и кабинету министров, и президенту о том, что ввели этот эксперимент. Харьковская область в прошлом году получила порядка 500 миллионов на дороге по итогам
мытного эксперимента. Сейчас мы уже получили более 100 миллионов. Надеемся, что у нас то будет то тоже. Такие, безусловно. Туда, и они, эти средства мы полностью направили на самые тяжелые дороги. Вот и много было нареканий по дороге Р-18. Это Харьков-Безлюдовка-Змеев, Балаклея-Гроховатка. Мы туда вот, мытные кошты направили в первую очередь. Это дорога, связывающая город Барвенково с городом Изюмом. Мы туда сейчас направляем средства от мытного эксперимента в первую очередь. Значит, это, безусловно, это помощь очень большая, и вместе с рентными платежами и государственным дорожным фондом. Все это дает в комплексе то, что мы сегодня делаем на дорогах. До наступної теми, тема опалювального сезону, вже вона зима не за горами, холоди не за горами, але, в принципі, з весни господарники починають вже готуватися до наступного сезону. Я знаю, що низка розпоряджень була ще влітку, голова області давала доручення провести, зокрема, обстеження стану будівель всіх лікувальних установ в області, саме на предмет готовності до опалювального сезону, от, і ви очолюєте відповідний там профільний штаб. На сьогодні що можете нам розповісти, як відбувається підготовка, як часто проходить звірка інформації з представниками різних районів області? Безусловно, значить, дуже велике увагу уділяється сьогодні підготовці к отопительному сезону. Ми проводимо регулярно засідання штабів. Значит, сейчас как раз проходит у нас заседание кустовых штабов. Они проводятся по, значит, вот в Краснограде, 7 районов мы сегодня, значит, собирали. Также потом будет Балаклея, Волчанске. Отдельный штаб у нас по городу Харьков будет обязательно проходить. Ну что мы в первую очередь рассматриваем? Это состояние сетей теплоснабжения, котельных, топочных, их разрешение. Целая система, которая летом работали, начиная от гидравлических испытаний, заканчивая все обследования каждой котельной и топочной, на каждую котельную и топочную был соответствующий дефектный акт. В течение этого времени, до начала отопительного сезона, мы следили за тем, как устраняются все недостатки, ремонтируются. То же самое скажу, что беспрецедентно много средств направлено на ремонт топочных, котелен и тепловых сетей в этом году. Тоже где-то около, если сравнить с прошлым годом, это в два раза больше. Ну, есть такой пример привести. В теплоснабжение города Купинска только с областного бюджета мы вложили порядка 35 миллионов гривен. Это и на замену котлов, это и замену участков теплоснабжения, потому что в очень тяжелом состоянии вообще тепловые сети в городе Купинске. И мы существенно улучшили сейчас ситуацию. Я думаю, что будет гораздо меньше нареканий, жалоб, как было в прошлом году. Харьков очень сильно работает сегодня тоже по замене теплосетей, особенно тех, которых все это в прессе есть, можно смотреть, значит, и те порывы, которые были на Шатиловском магистрале теплотрассы, и на улице Краснодарской, на Салтовке, то, что будоражило харьковчан в прошлом отопительном сезоне. Сегодня там меняются 100% все магистрали, резервные. Значит, на сегодняшний день, по итогам гидравлических испытаний в городе Харькове, ведется, проведена уже и ведется к окончанию работа порядка более 7 километров тепломагистрали. Это очень серьезная цифра, которая действительно именно там, где есть риски по этим самым. В целом, я как руководитель штаба хочу сказать, что мы готовы к отопительному сезону, у нас еще есть время около месяца. Мы заканчиваем еще раз обследование всех и составление соответствующих паспортов на жилые дома, на топочные, на котельные. И в частности, поручение губернатора, которое было в июне, мы его выполнили. Были созданы комиссии по каждому району, и мы по всем медучреждениям Харьковской области сделали соответствующие акты. И в течение вот этого всего периода устраняли. И на систему не только теплоснабжения, а и подготовки утепления зданий и энергосбережения тоже беспрецедентные суммы направлены. Порядка 60 объектов медицины мы практически отремонтировали. Значит, и системы теплоснабжения, и внутренний ремонт, и энергосберегающие мероприятия. То есть это порядка 60 лечебных учреждений в области. Ситуація з нескінченною низкою аварій на колекторі Лозовій цього року. Є гарантія, що не повториться?
Ну, вы знаете, что по инициативе губернатора Юрия Александровича Светличной было поддержано депутатами, выделили туда полностью сумму на всю сметную стоимость южного коллектора, так называемого города Лозовой, который связывал, который обеспечивал водоотведение 6 микрорайонов. Соответственно, это и подача воды, в зависимости от этого, если у нас работает нормально водоотведение. Работы идут, порядка 70% работ физических уже выполнено на этом канализационном коллекторе. И будем заканчивать, в этом году будем заканчивать полностью, чтобы у нас полностью этот коллектор был отремонтирован и не вызывало сомнений, что там не будет аварии у нас. Кроме этого, в Лозовой, конечно, очень много проблем по очистным сооружениям, по перекачивающим станциям, по водопроводным магистралям. С городского бюджета Лозовой выделяется существенная сумма сейчас. Мы из областного бюджета тоже выделили на водопроводное хозяйство достаточно средств для того, чтобы более качественно и нормально подготовиться, чтобы лозовчане были уверены, что у них будет и вода, и тепло, и водоотведение. Лозова не так давно стала об'єднаною територіальною громадою, найбільшою в Україні. Як це сприятиме? Але от певно на сьогодні ще от такої безміцної підтримки обласної влади ця громада ще обійтися не може, я так зрозуміла. Не тільки обласної допомоги, але і уверен, що кожна громада у нас сьогодні включена в програму государственную. І ви знаєте, що по ініціативі президента у нас кожна громада отримує дополнительні субвенції на розвиття інфраструктури. І в тому числі город Лозовая в следующем году получит, уверен, очень существенную помощь от государства. Кроме этого, у нас запланировано, значит, по самой большой нашей громаде тоже, по каждому населенному пункту есть свои проблемы. И Юлия Александровна своей рабочей поездкой очень много задач поставила нам по Лозовскому району и по городу Лозовой. Знаем болевые точки и будем вместе с городской властью и властью уже объединенной громады вместе решать эти вопросы. Говорили про підготовку медичних закладів до зими, і от в продовження цієї теми взагалі роботи діяльності медзакладів. Наприкінці березня були визначені населені пункти, де мають з'явитися новенькі амбулаторії. Йшлося, що їх буде близько 50, і тоді ж були виділені гроші, субвенції. На сьогодні що відбувається в цьому напрямку? Чи проєктна документація готується, або, можливо, вже десь і дійсно з'явилися ці амбулаторії? Значить, ну, це дуже такий серйозний і непростий вопрос сьогодні, зв'язаний не тільки зі будівництвом, а з забезпеченням і обладнанням, і транспортом, і в сільській місцевості необхідно привлечь і кадрові питання вирішити, які не так просто теж вирішуються. С точки зрения строительства освоения субвенции, тут все очень просто. Мы получили, вот благодаря, конечно, тоже инициативе президента и нашего вице-премьера по министра регионального развития Геннадия Зубко, мы получили очень четкие рекомендации, согласованные и с международными организациями, и с Министерством здравоохранения. И таким образом сделали типовый проект, который, значит, взяли 50 населенных пунктов, сделали полностью отведение уже всех земельных участков, уже на сегодняшний день сделано. 30 амбулаторий мы финансируем уже, значит, эти, ну, то есть профинансировали уже районы, там, где будут у нас строиться, уже полностью изготовлена вся документация. Из 30 уже 16 объектов прошли государственную экспертизу, 4 уже заключенных договора и 4 объекта уже приступили к работе, уже земляные, фундаменты и так далее. Наша задача, безусловно, максимально сосредоточить усилия, чтобы в этом году выполнить основные работы и в следующем году, в начале следующего года сдать в эксплуатацию, обеспечить кадрами. В эту сметную стоимость и в эту сумму, которая выделена, мы из областного бюджета тоже выделили 20 миллионов, это софинансирование обязательного для этих объектов. Обязательно будет полностью сделана вся строительная часть, все оборудование полностью завезено. Значит, эти амбулатории, они типовые, они обязательно с жильем для працівників, то есть одна или две квартиры обязательно, то есть очень удобные, нормальные. Но теперь нужно комплексно подойти. Строительная часть, это тоже вся хорошо, и оборудование все, но ее нужно наладить квалифицированными кадрами нашими.
и связью обязательно телекоммуникационному с центром, с городом Харьковом, для того, чтобы можно было проводить всевозможные диагностические мероприятия по лечению людей. Вот, обязательно заключить договора на декларации на семейного врача. Это такая организационная работа, которую мы вместе и с профильным моим заместителем, коллегой, значит, который ведет медицину, и с департаментом капитального строительства, и с управлением здравоохранения отрабатываем все эти вопросы. Должно быть все сделано качественно, а то, что мы построим и сделаем, не вызывает никакого сомнения, потому что процесс идет, и вот каждый час как раз идет процесс окончания по многим объектам тендерных процедур, потому что это все через тендеры. А 4 объекта уже у нас в работе, и каждый день добавляются объекты, которые будут в работе. Но это приоритет, это в первую очередь это программа президента Украины, поэтому Юлия Александровна Светлична на каждом аппаратном совещании нас контролирует по этому вопросу. Мы знаем, в каких населенных пунктах, значит, где какие работы проводятся, в каком состоянии тендерные процедуры. Ну, все идет как бы по плану, и уверен, что мы с этой задачей справимся. Ще один такий амбітний проект, якому сьогодні прикута увага громадськості. І ви нещодавно провели нараду, чергову, оперативний штаб, навіть створений, веду до того, про будівництво Чорнобильської лікарні, про реконструкцію тієї лікарні, яка вже є, яка десятиліттями працювала, і зрештою от до такого стану дійшла, що говорили, необхідним є ремонт, і от цього року роботи розпочаті. Нещодавно відбувся, 11 вересня відбувся збори штабу, про що йшлося, чи визначені нові якісь дедлайни, або вже, можливо, приймали якісь етапи роботи. Да, ну, внимание к Чернобыльской больнице не оказывалось на протяжении минимум 25 лет, а то и 30. То есть практически здание и вся система жизнеобеспечения этого лечебного учреждения была в аварийной ситуации. Просто в аварийной ситуации. Мы в прошлом году составили все проектные дела, дефектные акты. В этом году еще раз все посмотрели. И, безусловно, благодаря именно усилиям, в первую очередь, Юлии Александровны, прямо перед сессией она узнала всю эту ситуацию еще раз и была инициатором выделения очень серьезной суммы с областного бюджета для того, чтобы в первую очередь сделать жизнеобеспечение, коммуникации. И у нас как раз так совпало, что в этот момент у нас выделились деньги и с Международного Европейского инвестиционного банка. Этот объект тоже рассматривался вместе с другими, и тоже мы получили финансирование. И на сегодняшний день порядка 20 миллионов – это серьезное финансирование пока для, значит, того, чтобы отремонтировать все коммуникации. Это водоснабжение, это теплоснабжение, это водоотведение, это стояки канализации, это закончить полностью аварийные ситуации, которые уже начались по фасаду. И масса других моментов, которые сегодня есть документация, которая прошла экспертизу, и мы провели вот недавно штаб с привлечением, по поручению Александровны, и с привлечением всех общественных чернобыльских организаций. Они все присутствовали, и мы разбирали очень подробно каждый вид работ, значит, каждый этаж, где идут ремонты. Рассматривали и технические вопросы, и организационные вопросы. И я благодарю чернобыльские организации, которые помогают нам контролировать и подсказывают, где возможно еще улучшить и сделать так, чтобы этот центр был одним из самых лучших лечебных учреждений. Хочу сказать, что кроме этого, мы сейчас тоже по инициативе Юлии Александровны Светличной делаем комплексный проект на все остальные здания и сооружения, там целый комплекс зданий и сооружений на территории этой больницы. Значит, еще раз дефектуем полностью все коммуникации, все фундаменты, все состояние всех кровель, всех зданий и так далее. То есть мы делаем документацию за счет средств областного бюджета для того, чтобы уже в следующем году планово продолжать работы на этом центре. И нам помогают в этом общественные организации. Я думаю, что мы вместе справимся. Пока все идет по графику. Спасибі. Ну і за графіком змушені завершувати нашу розмову. Час програми вичерпано. Дуже дякую за щирі змістовні відповіді. Хочу подякувати і нашим глядачам за увагу і нагадати, що сьогодні в рамках програми «Коментарі» ми спілкувалися із заступником голови Харківської облдержадміністрації Євгенієм Шахненком. На все добре.